Начальник Лабинского отдела МВД и руководители подразделения отчитались об итогах работы в 2013 году. За всеми показателями, которые выражены в цифрах и процентах, стоит ежедневная напряженная работа подразделений полиции. Надо отметить, что в прошлом году, говоря на языке сотрудников МВД, Лабинский отдел отмечен положительно на краевом уровне. В начале своего доклада хочу сразу отметить, что на территории обслуживания недопущены факты терроризма и экстремизма. Хотя опасность для общества проявление терроризма и экстремизма сохраняется. В отделе МВД по Лабинскому району по сравнению с аналогичным периодом прошлого года имеется тенденция к улучшению и стабилизации показателей по ряду направлений оперативной службы деятельности, что позволяет держать под жестким контролем криминальную ситуацию в городе и районе. За отчетный период зарегистрировано более 18,5 тысяч сообщений о происшествиях в сравнении с прошлым годом на 1000 больше. Это стало возможным за счет продолжения максимального доступа населения к подаче заявлений о происшествиях и их учета, работы телефона доверия и информирования в средствах массовой информации. В прошлом году увеличилось количество раскрытых преступлений – 762. Это результат принятых мер, направленных в том числе на профилактику и на повышение уровня профессионализма сотрудников. Во взаимодействии с подразделениями ФСКН и ФМС удалось не допустить роста числа тяжких преступлений с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств. В борьбе с организованными формами преступности акцент был сделан не только на выявление тяжких и особо тяжких преступлений, но и на недопущение создания преступных группировок на почве этнических отношений и землячеств. Положительную оценку работе полицейских не только в период праздников, но и по результатам прошедшего года дал глава Лабинского района. Александр Сачиков заинтересован в благополучии территории. Он поблагодарил сотрудников отдела за хорошую службу и обеспечение безопасности в прошедшие новогодние каникулы. Между тем, остается еще ряд задач по охране общественного порядка, контроль за которыми необходимо усилить, особенно в преддверии Олимпийских игр. Я бы сказал, что есть определенный положительный результат. Говорю вам, как это человек, который отвечает за безопасность района, отвечает за мнение общественное, как вы выглядите в лице 100-тысячного населения. Началось, так сказать, какое-то движение в сторону того, что более или менее четко стал контролироваться общественный порядок, стало больше значительного взаимодействия с общественностью. Председатель общественного совета при отделе МВД дала оценку полицейским. В течение прошлого года представители совета участвовали в ряде совместных мероприятий. И вот какие выводы сделаны общественностью. Вами лично проведена громадная работа среди населения района и города. В течение 2013 года практически в каждом населенном пункте прошли встречи. На этих встречах были высказаны замечания, пожелания. И хотелось бы отметить, что те замечания, которые высказывались, они притворялись в жизнь в вашем коллективе. Это говорит о том, что вы становитесь другими. Становитесь лучше, становитесь более профессиональнее. Хорошее начало года для некоторых сотрудников. Их повысили в звании и на этом совещании в присутствии личного состава вручили новые погоны. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба».